Итак, друзья, мы вас приветствуем в нашем клубе интеллектуальном «Что, где, когда, музыка» в 2021 году. Мы начинаем сегодня осеннюю серию. Итак, сегодня играю. Играем до 6 очков. И я рад ставить первый раунд. Погнали! Удачи! Слушайте внимание. Этот вопрос вам достался от родительской команды Марины Шумихиной, но у нас родители не играют после пандемии. Вот этот вопрос был давно готов и попался вам. Некоторые певцы стучатся в дверь этого. Некоторые поднимаются по лестнице на это. А величайшие джазовые музыканты Луи Армстронг и Элла Фицджеральд утверждали, что они вообще там. А теперь, внимание, вопрос. А где, а на каком по счету этом в Москве можно вкусно покушать? Теперь время. Обсуждаем. Главное, так да. Что не мог бы. Ну, типа, там они еще сказали, что на этом они думали, типа на небе, да. Но на они, это слово, то есть ответ да. Заменяют каким-то местом. Да. Да. На поэтому... каком-то там, то есть, типа, на небе, каком-то. Я сначала да. Подумала, что а это там... лестница. На и на инвалидной кровати. На органе, но они уже там нет, это не на органе. Ну это явно связано типа, с каким-то большим инструментом. Музы какие-нибудь, что-то с музами. Не. Если про кафе говорить, то типа ну. Ну не под кафе. Ну скорее какое-то слово. Давайте сделать. Быстро определяться с ответом, да. Потому что. Вот что приблизительно, самая глупая идея какая. Давайте. Типа не. А они скажи, ну, кто записал вопрос? На шоколадном небе. Типа я не записал, но я запомнил ее. Какой-нибудь на шоколадном небе. Да нет, не на шоколадном небе. Музыкальная шоколадница магазин, и типа на шоколадном небе. Где-то там еще можно вкусно покушать. Да, шоколадница. Ну и на шоколадном небе. Типа. Нет, а музыка, а с музыкой. С музыкой. Давай ты отвечаешь. Потому что музыканты. Эй, так и знал. Музыка, потому что музыканты подтверждали. Только с этим связано. Так. Ну кто будет отвечать? Пусть будет ответить Илья. Илья. Ну давай. Можно сидеть. Можно сидеть, да, у нас не школа. У нас знатоки. Да? Ну? Ну о чем речь? Мнение, что вы нормально придумали, это шоколадница. Почему? На каком по счету этом можно в Москве вкусно пообедать? На каком по счету это шоколадница? Ну, мы как-то это получили. А почему шоколадница? Ну, потому что на этом, то есть сверху...
Ну, это было трудно объяснить. Понятно. Ну, это придумывали. Из зала кто-нибудь хочет что-нибудь увидеть? Может, какое-нибудь седьмое небо? Это, возможно, на... Это вряд ли, конечно, но это, возможно, на каком-то километре. На каком-то километре, по счету, можно померить. Армстронг и Фиджеральд на каком-то километре. Уже там. Внимание, правильный ответ! У нас появился голос. Действительно, в Москве можно пообедать на седьмом небе. То есть на, в ресторане Останкинской телебашни. На седьмом небе. И там находятся музыканты, туда стучатся и туда стремятся. Ну, первый раунд у вас, первый вышел комом, надеюсь, что только он. Счет 1-0. И мы начинаем раунд номер 2. Поехали. Синенькую. Не, пусть это будет. Пусть будет. О, интересно. Интересный вопрос. Вообще вопрос очень интересный. Установлено, что если младенцу... Вопрос не связан с музыкой. Установлено, что если младенцу дать послушать записанный на магнитофон чужой плач, то есть плач чужого ребенка, он сразу начинает плакать. Зато сразу замолкает, когда услышит, что? Смех? Может, смех? Смотрите, параллельно смотрите. Да. Когда он плачет другой ребенок, то он где плачет. И параллельно должно быть. Но здесь человек замолкает. Здесь не да, да, да. Это типа скорее, когда он замолкает, плачет. Да. Да. Может, когда успокаивается, когда слышит пение. Это же типа музыка. Типа, да. Или когда... Вопрос, или когда... Или когда... музыкой. Ну да. Так, или знаете, когда слышите? Или типа, когда... Или когда жена стоит. Или когда какой-нибудь... Или когда типа тишина стоит. Смеется. Да, может быть, когда он типа слышит там Моцарта. Тишина. Тишина. Произведение какое-то. Может, музыка, может быть, тишина. Произведение, простите. Ну, какой произведение? Ну, какой... Замолкает, когда слышит пение. Пение, может, пение. Произведение какое-нибудь. Ну, скорее всего, пение. Слышит пение. Ну... Ну, смотрите, он сказал, что это какой-то странный вопрос. Ну, типа, когда он не странный, но это не может быть так. Плачет. Может, пение, кто-то слышит. Да. Пение. Скорее, не пение, когда, это не типа, мама поет. Колыбельная. Колыбельная. Какой ответ? Колыбельная. Когда колыбельная? Да, вам говорят, что ж такое-то? Все, новый телефон. Вам говорят, что с музыкой вопрос не связан, и вы полминуты обсуждаете про пение. Ну, давайте. Итак, установлено, что если младенцу дать послушать записанный на магнитофон чужой плач, он сразу начинает плакать. Зато сразу замолкает, когда услышит. Кто отвечает? Олег хочет. Олег, что услышит? Ну, допустим, тишину. Когда он замолчит, замолкает. Сразу замолкает, когда услышит тишину. Он кричит, кричит, вдруг слышит тишину. Да? Нет. Это ты ему дал приз? Нет. Нет. Можно я сам? Можно я сам? Может, он свою идею? Да нет, он совсем не то сказал, что... Саша, можно мы ему дадим ответить еще раз? Давай. Давайте. Давай. Он замолкает, когда слышишь колыбельную. Вопрос с музыкой не связан. Поздравляю, ребята. Да, вы внимательно слушаете. Так, варианты из зала. Свой плащ. Свой плащ. Этот ответ правильный. Правильно. Когда он слышит свой плащ, он тут же записанный, он тут же замолкает. 2-0. Поддержите команду. Ребята, слушайте внимательно. Ну, я вам могу сказать, что очень тяжело играть за столом. Очень легко играть из зала. Очень легко играть, когда ты смотришь видео. И очень трудно играть за столом. Соберитесь, друзья. Мне нравится, что это одна из немногих команд, которая свою первую игру, дебютную, проводит так вот весело и непринужденно. Это хорошо. А то обычно... Да. Помощь зала есть, не забывайте. У вас есть помощь зала. Поехали, третий раунд. Одиннадцатый. Ну давайте 11. Очень красивый вопрос.
надо догадаться. Включайте мышление образное. Рассказывают, что великий итальянский тенор Энрико Карузо так объяснял причину этого директору оперы в Париже. Не понимаете? Объясню. Во-первых, зал был разогрет энтузиазмом публики. Потом буря оваций. И, наконец, холодный прием у критики. Разве этого недостаточно? Теперь, внимание, вопрос. Что объяснял певец этой фразой? Когда он, короче, пел, и потом он на одно мгновение, вот, как, ну, примерно на одну минуту, по-моему, я не помню, на сколько минут, он замолкал, он становился в одной позе на сцене и замолкал. Потом публика такая, типа, хлопала, типа, ожидала, что будет, а потом, когда он, потом он, типа, как будто оживлялся и начинал петь. Такое тоже слышал. Но я не помню, какой это был именно. Стоп, а вообще какой вопрос был? Ну, что он тоже объяснял. Да, что он объяснял. Ну, какие догадки? Мне только это догадка. Может, он объяснял то, что... Типа... А, то, что типа выражение, публику надо заинтересовать выражением лица. Да, типа. Ну, заинтересовать может просто. Заинтересовать? Ну, в принципе, да. Ну, там про музыку, что, типа. Про музыку? Давайте ответ. Скорее всего... Давайте версию Олега тогда возьмем. Ну, окей. Я не знаю. Он хотел заориентировать музыку тем, что замолкал. Я не помню, что это. Что ж такое? Все, это не закончится. Надо вырубать раньше. Так, ну какие у вас вообще версии были? Из чего вы будете выбирать? Вот Олег нам подавал. Какой? Он хотел заинтересовать публику тем, что замолкал. Тем, что замолкал? Он на мгновение, типа. Не понял. Что он объяснял? Так, еще раз. Смотрите. Не понимаете, объясню. Во-первых, зал был разогрет энтузиазмом публики. Потом буря горячих оваций. И, наконец, холодный прием у критиков. Разве этого недостаточно? Недостаточно для чего? Чтобы что? Что объяснял? Нет ответа. Так, давайте, бывало, если такие. Попробуем. Связан с приемом пищи. Успех, может быть. Успех. Посмотрите. Внимание, правильный ответ. Сначала зал разогрет, потом горячие овации, а потом холодный прием критики. И от этого Карузо заболел. Сначала горячее, потом резкий холод критики. И он простудился. Так Энрико Карузо объяснял свою простуду. Можно похлопать. Так. Ну, четвертый раунд начинаем. Погнали. Нет, вообще-то 9. Где стрелка? Да, это 9. Ну, если уж вы на это не ответите. Итак. А, Б, С, Д, Е, Ф. Тишина. Принцип, по которому составлен этот ряд, понятен. Алфавитный порядок. Теперь, внимание, вопрос. А по какому принципу составлен такой ряд? С, Д, Е, Ф, Г, А, H. Время. Принцип обратной связи. Точно? Да, кстати, может быть. Нет, знаете? Д.
Д. Да, смотрите, С это аккорд до, Д это аккорд ре. Дальше Э это какой-то там ми, наверное. Да, это, дальше да. F это фа. Это, да. G это соль. G это соль. А, это... Это ля, а H это си. Да. Все, можно я что? Окей, хорошо, ты отвечаешь. Так, типа гамма. Да. В принципе, можно я буду своим блокнотом? Почему? Нет, может, это неправильно. Почему? Нет. Да, это правильно. Я знаю эти аккорды, я на гитаре. Это Г. А Г это что? Г это соль, да. Да. Я просто забыла немножко. Ну, подожди, накидывайте на эту идею. Киньте потом, отвечай мне правильно. Эй, это ля. А, эйч, да. Си, зи, и. Да, это, по-моему. Да, семь. Оператор звука научился вовремя выключать. Мы его уволим. Так, прошу, кто ответит на этот сложный вопрос? Рискните. С, Д, Е, Ф, Г – это как бы аккордные ноты по порядку. Ну, то есть С – это, к примеру, до, Д, Ре и так далее. То есть до, Ре, Ми, Фа, Соль. То есть это что? Это аккорды. Это аккорды? Это подожди, ты не отвечаешь. Что это такое? Это обозначение чего? Обозначение аккордов. Это обозначение, последний ответ, принимаю. Обозначение нот. Обозначение буквы, обозначение нот. Внимание, правильный ответ. Три-один. Гитарист опомнился, да, через секунд 20, он отшел. Значит, обозначение нот. Ну что, теперь будет повеселее, счет размочили, уже не всухую. Начинаем пятый раунд. Слушай внимательно. Вот это волчок. Вот это очень интересно. Нет, нет, как он раскладывает. Нет, не разобрал. Разберите и почитайте. Там три листочка. Мы вам. А, да, вопрос это Владимира. На 15-м секторе осенью играют вопросы Владимира. На них пока удалось ответить раза два. Из 50. Да. Перед вами гимн Иоанну Крестителю. Сейчас я вам зачитаю, не волнуйтесь. Гимн Иоанну Крестителю, написанный на латинском языке и традиционно приписываемый Павлу Диакону, лангобардскому историку, жившему в 8 веке. Автором мелодии гимна ныне принято считать Гвида Аретинского, который жил в 1-3 11 века. Мнемонический перевод Маргариты Катунян звучит так. У вас он есть. А залу зачитаю. Душой открытой, чтобы ревнители твои сумели миру возгласить деяния чудеса, фальшь совлеки с их губ, солгать дабы не смели, лаская слух напевом святый Иоанн. Вот эти семь строчек перед вами. Почитали? Я вам дал три варианта, чтобы вы не смотрели в один. А теперь, внимание, вопрос. А как мы, наш хор, используют этот гимн каждую репетицию? Время. Что мы каждую репетицию делаем, по-моему? Ошибки. А, ну, кстати, да. Вопрос не связан с музыкой. Скорее, когда мы поем, короче, фальш, это да, сам фальш. Да, 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 да. Это ошибки, фальш, совлеки, сыр. Это когда мы... Это про ошибку точно. Да, это мы, по... мы поем одно. Это когда мы, это когда мы песни поем с фальшем. Одно, а у нас звучит другое. Да, типа... Ну, может, да, то есть, когда... Это когда мы, типа, песни поем, и тогда фальшом поем. Вот это тогда. Ошибаемся. Солгать, да, мы не смели. Солгать не смели. Солгать не смели. Ласкаю слух. Напел, ласкаю. Ну, это когда мы песни поем, типа, песни большие. Ну, да, да. Типа...
Мне кажется, когда делаем. Подождите, походу я понял. Типа, когда фальшь и когда еще душой. Открытый чтобы. То есть, типа, когда. А, чтобы мы пели душой и без ошибок. Да, вот душой. С выражением и без ошибок, короче. Так. Подсказка бывает? Нет. Ну, вот эти 7 строчек перед вами. Теперь кто мне скажет, как мы используем этот гимн на каждой репетиции? Давай ты. Не вставай, у нас не школа. У нас наоборот. Мы делаем, ну, ошибки. Мы говорим, ну, губами произносим одно, а поем совсем другое. Да как мы этот гимн используем? Еще когда мы не с выражением поем, а вы говорите... Как мы используем этот гимн? Олег, отвечает капитан. Почему ты отвечаешь? Мы используем этот гимн. Угу. Мы его используем как-то? Как? Мы просто фальшивые, да? Ну да. Так, интересно, так. Посмотрите на первые слоги. Я сказал, 7 строчек. Душой открыты, чтобы ревнители твои сумели миру возгласить. И вообще-то Гвидо Аретинский придумал нотный стан. Да, вы это должны знать. Поэтому Волчок потрясающе выиграл 2 вопроса подряд про ноты. В данном случае здесь гамма. Мы пропеваем гамму, понимаете, пропеваем эти ноты. И так мы используем этот гимн. Очень красивый вопрос Владимира. Саша, вы уже становитесь спецом вашей команды. А, это Ваня, да? Да. Красиво. 4-1. Да. Так, начинаем 6-й раунд. Крутим вам. Да, ну первый вопрос по стрелке первый. Это тоже вопрос, доставшийся вам от родителей. Они не сыграли. Да. Тоже очень красивый. Включайте опять образное мышление. В одной из детских книг, толкующих русские слова и выражения для детей, книжка, толкующая русские слова и выражения для детей, автору этого вопроса встретилась иллюстрация. Поющий юноша, над которым летит птица, которая и летать-то толком не умеет. А теперь, внимание, вопрос. Что за выражение поясняет этот рисунок? Пингвин, это же птица, но летать не умеет. Ну смотрите, еще, типа, нет, еще плюс говорится там выражение, да. Но это что-то явно связано там с говорится еще пингвином, авто, мне кажется. Там говорится еще автор толкового словаря. Есть, это автор толкового словаря. Там у ожегов есть такое. Да, вот. Короче, смотрите, во-первых, это пингвин, и это почему что-то с... Почему? Потому что пингвин это птица, но летать не может. А еще курица, типа, а еще курица. А еще курица. Юноша. Курица, типа, еще. Юноша на картинке, птица над... А курица, типа, нет, одним цветом, который толком летать не умеет. Это птица еще сам собой человека. Смотрите, он как бы умерший в аду, и как бы птица просто идет по земле. Нет, это выражение должно быть. Вот смотрите, птичка над юношей. Что это может за выражение быть? Что за выражение? Что за выражение? Летает как птица, парит в небесах. Давайте спросим подсказку у зала. Да, давай. У зала. У вас есть помощь зала, если чего? Давайте на помощь зала. Помощь зала. А у вас какая версия? Ну, мы думаем, что... На какой вопрос вы отвечаете? Кто-то записывает вопрос. Какое выражение, да, показывает этот рисунок, объясняет этот рисунок? Вы на какой вопрос отвечаете? Вы отвечаете, какая птица летит?
Так вопрос-то другой был. Саша. Они не спрашивали? Спросили. Спросили, да. Типа дай петуха. Еще раз громче. Дай петуха. А почему ты им объясни? Ну, петух он не летает, а юноша еще в вопросе, который, когда ты мутируешь, просеешься голос раз. Можете слышать на расследовании. На каждой репетиции мы используем выражение. Ваш ответ? Нет, ты можешь не согласиться. Парируй. Да? Так, ваш ответ. Какое выражение объясняет этот слово? Дать петуха. Внимание! Правильный ответ. Сейчас узнаем, помогла ли команда. Это кто догадался? Ты догадался? Леонтий. Но он совсем недавно его пускал. Правильное выражение «пускать петуха» – это когда голос ломается, он срывается, так вот, это называется «пускать петуха». Но у вас юноши нет пока в команде, поэтому вам это есть. Не ведомо. Ну, вам зал помог, общими усилиями 4-2. Можно опять же похлопать. Седьмой раунд. Крути волчок. Вот это вопрос чемпионский. Самый сложный вопрос в этой игре. И кто его возьмет, и кто догадается залу, ну просто можно претендовать на финал. У нас впервые за долгое время Гоша. У нас впервые за долгое время черный ящик. Я хотел включить, но вы спели лучше. А теперь серьезно. Я, по-моему, отключилась колонка. А что на черный ящик? Так, сейчас. Итак, в черном ящике, слушайте внимательно, в черном ящике лежит то, что стало символическим изображением той, которая, будучи русской, поет об англичанине на музыку француза бельгийского происхождения в опере русского композитора. Внимание, вопрос! Что в черном ящике? Успех. Они вообще не помню. Блин. Она... Скорее. Ну, типа диск с этим. Но а вот как начинается вопрос, напомните, пожалуйста. Не, ну скорее ноты. Я помню то, что. Она... В бельгийском происхождении, в русской опере. Да, на французском языке. Да. Англичанин бельгийского происхождения. Нет, смотрите, она девушка, будучи русской, поет про англичанина бельгийского на французском, и англичанин сам бельгийского происхождения. Да. Кто может быть бельгийского происхождения? А чем, и как это связано с этим черным ящиком? Сейчас, это Ромео и Джульетта, вот, может Ромео и Джульетта быть, но я не помню, какой это был композиторский. Знаете Ромео и Джульетта? А может там словарь? Какой собачий? Что лежит в черном ящике? Ромео и Джульетта. Диск. Да, ну там я не знаю, что какой диск. Ноты. Это балалайка. Балалайка это гитара, я не знаю, что там может сжать. Итак. Что ты так дергаешься? Громко, да? Итак. Повторить вопрос или уже? Да, повторить. В черном ящике находится то, что стало символическим изображением той, которая, будучи русской, поет об англичанине на музыку француза бельгийского происхождения в опере русского композитора. Что там находится?
Вопрос чемпионский. Опера. Про оперу русского композитора это я вам от себя подарил, но вопрос этого не было. Нет, мы не обсуждаем, мы отвечаем. Я не засчитываю ваш ответ, вы обсуждать продолжаете. Ответ не будет засчитываться. Отвечайте. Раз, два, три. Все, ответа нет. Слушаем зал. Русская поет об англичанине на музыку французского композитора. В опере русского композитора. В опере русского композитора. Нет ответа тоже. Символ той, которая поет. В опере русского композитора. Внимание! Правильный ответ. Азарий, открывай черный ящик и доставай, что там находится. Всем покажи. Доставай, доставай. Покажи всем. Всем покажи. Это пиковая дама. Чтобы вы знали, послушайте. А почему ты за такая дама? Тихо. Чайковский в своей опере использовал музыку французского композитора. Это ария графини, и она поет на музыку Гретри, французского композитора. Это ария известная. Сегодня вам ее поставлю в группу, чтобы знали. Ну ладно, счет 5-2, все шансы у вас еще есть на поражение. Вы на победу тоже! Надо всего лишь ответить на 4 вопроса. Где вы сделали? Чего вам желаю? 8-й раунд! Крутим молчок! Восьмой. Тишина. Послушайте бой кремлевских курантов. А теперь, внимание, вопрос. С каким ударом московских, с каким звуком московских курантов начнется Новый год? С каким звуком? Вот с цин начинается. Цин, ты там здесь сначала начинается с цин. Ну, то есть, типа, начало фразы. С цин, то есть, это 12 этих всего, и с цин начинается. Да, это начинается с 12 ударов. Да, и потом там начинается, скорее всего... Подождите, типа, смотрите. Что? Начинается Новый год, то есть, потом, значит, тын-тын-тын-тын, и уже начинается Новый год. Да, после Новый год начинается после 12 ударов. Да, да. После 12 ударов. Да, звук какой именно? То есть скорее тын-тын-тын-тын-тын. Вот так вот. А вопрос какой? С каким звуком? Да, с каким звуком? 12 ударов, да. Ну, 12 ударов, это не звук. Звук какой? Пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Я не знаю. Со звуком. Со звуком. Типа вот гамма тогда идет вниз. Звуком такой же. Это звуком стаката или звуком. Да какой стаката? Звук. Все, давайте, давайте. Так, кто отвечает? С каким звуком курантов начнется Новый год? Захарий, давай. Может, 12 ударов? На какой вопрос вы отвечаете? С каким звуком курантов начнется Новый год? Так вот, как бы вниз пойдет кулак. С каким звуком? С каким звуком? Нет. С новогодним звуком? Нет, я знаю.
Сережа, когда ты даешь ответ, ты должен знать, что ответит твой игрок. Еще раз повторяю. Тишина. Тишина. Дело важно. 5-2. С каким звуком, вот вы прослушали звуки, с каким звуком начнется Новый год? Что это надо собрать? Легат. Легат, это штрих, а не звук. В ответ никак. Сережа, ты хотел на ответ услышать? Нет. Вот он самому отвечает. Что бы ты ответил? Вопрос к залу. Команды нет ответа. Олега. Давай, Боря. С последним звуком этого года. С первым. Я для вас сделал все, что мог. Я вам даже не ставил отбивки. Я выключил их раньше. Чтобы не было соблазна сказать, что с первым ударом, когда они отдельно бьют. Новый год наступит самым первым звуком ударов кремлевских курантов. Вот когда начинают они бить, вот так вот. Все, Новый год уже наступил. Ну что, ребята, не хватает, конечно, опыта, но 2 очка вы набрали с помощью зала. На один вопрос попросили помощь зала, заработали 2 очка, ну, так вот. В принципе, могли бы и больше даже заработать, побольше побороться, но все равно, я думаю, неплохое начало. Все. Ну, мы в некоторых вопросах, конечно, затупили, не послушали некоторые версии. Игра была хорошая даже, отличная, мне кажется. Много узнали нового. Были и сложные вопросы, на которые мы даже вообще не могли дать никакого ответа. Ну так, все хорошо прошло. Зато поучаствовали в игре.